Давайте. Володя, записывай. Ну что, Саша, добрый день. А вы откройте. Добрый день. Я не знаю, на какую кнопку нажать. Я-то увидал тебя. Ты тут в сеть зашел-то. Я только глянул, мы тут запись песен ведем. Ага, видно. Вы меня видите? Ну я тебя-то вижу в фотографии. Я вас вижу. Ты там не подключил что-то? Все уже видно, видно. Я вас вижу. Видно. Тут у меня какие-то вот залезли непонятные девки. Нет, у меня тебя не видно. А ну попробуй ты на меня выйди. Я на вас? Ну да. Снова. А, вот. А сейчас? Вот, теперь я вижу. Только отодвинься, у тебя один лоб видать. А теперь ты меня видишь? Да. Ну ладно. Ну, добрый вечер. Добрый вечер. Ну как? Как там Украина-то? Как? Так, так, у нас пока спокойно на юге. Вот. Пока ничего так. Ну, мы молимся о вас. Мы знаем, что вы находитесь где-то на весах, куда качнется. Да, да, да. Мы уже так переживаем. Тут разные слухи уже ходят, но как она будет, как Бог даст. Ты маленько отступи назад. Еще маленько, вот так. Хорошо. Тебе должно отображаться, как у тебя там идет дело-то. Ну, у тебя не очень ясный такой этот. Ладно, сиди, я буду спрашивать. Как там Тамара с Анной в Одессе? Я еще их не был. Я вот собираюсь, но еще не был. Хочу поехать к ним. Хочу дома где работы поделать, покуда еще погода у нас стоит. Там мы на огороде убираем. Ну, такие разные на улице работы. Я уже на пенсии, уже на работу не хожу, уже дома. Вы же в Николаевской области? Да. Доманевка, да? Да, да. Ну вот так. Теперь слушай меня. Я тебя кое-что буду спрашивать. Когда мы были там, отец Анатолий где? В храме-то да. Были. Это в Первомайском были мы или где? Конецполь. Как они там? Ну так, как обычно. Матушка болеет, она с ногами. Пошла в больницу, ее там залечили. Все внутренние органы угробили лекарствами. Теперь она лечится по-другому уже. От больницы. Да. Так, а Антонина живая? Да, Михаил умер, а Антонина живая была. Сколько ей лет? Ну, это уже, наверное, под 80. Нет. 8, когда 80. Когда я был, ему было 93, ей 91 тогда. А, ну, значит, это было в прошлом году. Вот она 92. Значит, 92. Так, меня интересует вот, я там, когда был у вас, слышал такой разговор. Какой-то очень хороший предприниматель, тысячи гектар имеет, и он там где-то вот, где мы были, и это все его, говорит, он там людям работу дал, а сын, будто бы Януковича, приехали с автоматами, там, с охраной, и у него отбирать начали это все, и народ вышел с вилами и отбились, ну, да, там, говорит, и стрельба была. Слышал этот рассказ-то? Да, да, такое я слышал, да. Ну и как теперь тот предприниматель-то? Я даже не знаю, я не спрашивал, не интересовался. А меня это интересует. Из Сибири я интересуюсь Украиной очень, потому что мы Украину не разделяем и не отделяем. Это один народ. Вот у батюшки... Так я могу узнать. Я позвоню отцу Анатолию, узнаю. Узнай про того предпринимателя, у которого тысячи гектар, который много сделал для народа там, в Украине. А у него Януковичи хотели отобрать это, с автоматчиками приехал. Да, да. Я узнаю, то вам перезвоню. Позвони мне, потом как-то выйди, скажи, я этим очень интересуюсь. Хорошо. Ну, судя по событиям, мне так кажется, что того предпринимателя должна эта власть возвысить, что он столько пострадал от Януковича, который теперь-то он не в почете, Янукович-то, сын-то, тем более он там подсудное дело на него. Ага. Ну, а этот-то добрый человек, я думаю, мы за него молились, я даже фамилии не знаю, но мне очень понравилось. Он там и бензоколонку, и школу, и больницу, говорит, все построил для людей. Это необыкновенный добрый человек.
Хорошо, я узнаю. Вот так. Ты наш на Ютубе-то у нас смотришь наши ролики? Постоянно, каждый день, да, постоянно. Не на форуме, а на Ютубе. А что-то форум заблокирован, я не знаю, по какой причине. Почему? Нет, не заблокирован, нормально. Я жду, когда вы приедете в Барунг, думаю, может, вы заблокировали, чтобы никто не заходил. Нет, у нас все разблокировано. Я на форум сегодня, только вчера поставил большие материалы. Одна из Украины, Белая Церковь, Валентина Пивень такая. Женщина, да. Очень интересная. И да, она, да, да. Она много писала, и я ее материалы выставил, там письма все, с ее разрешения. На форуме, на первой строчках. Ага, хорошо. У нас с Украиной хорошие отношения. Вот Виктор Николаевич приезжал, Савченко. Ну, кому непонятно, что это, фамилия-то какая. А Николай Шофер Кручина. Это же не русские фамилии. А у батюшки, у отца Акима, жена Антоненко. У нас вокруг все одни украинцы. И мы поэтому разделения никакого у нас и не может быть. Вот друг у меня, она приходит, Нина, она из Украины. Даже фамилию не знаю, но украинская, украинка. Как разделять? Это один народ. Народ под разным влиянием жил, и в языке другие слова идут, там, которые были под польским владычеством, оттуда многое было. Их же давили и давили под свое католическое мнение-то. А вы уже в Барнауле? Мы или приехали потерять? В Барнаул, мы вчера только приехали. Маленько отшатни, так. Отшатнись маленько, я слышу. Вот так. Вчера мы приехали сюда, потому что субботу-воскресенье, да, мы приехали уже даже не вчера, а позавчера, в пятницу. Тут дожди идут, сказали, размочит дорогу и нам не проехать. Но мы проехали на нашей газели. Ты же знаешь, у нас дорогой какие неприятности были-то, как мы сломали в Швеции. Да, я знаю, все знаю. Ты все, если смотришь на Ютубе, то там мы все выставляли. Ну, в общем, мы... Все сделали, но приехали когда сюда, пришлось книги оставить в Калуге и уехать, в Калужской области. Да, я поэтому знаю, видел. Мы ищем работников, кто бы там сейчас вместо нас сделал это дело. Ну, на Украине-то мы в прошлом году погуляли, будь здоров, и вдоль и поперек. У нас в Украине не было ни одного места, где бы нас приняли плохо. Но вот в Харькове были, да как будто бы мы... Ну, в родной Потеряевке были. Директор вышел на улицу, там такая любовь. Я видел ролики, да, благословляли вас. Да. Везде, где мы бы там не были, на Украине. Ну и по югу проехали, в Крыму были где, там Симферополь, Джанко, там каких только ничего нету. Кирсараи эти. Нас везде на Украине привещали. Не просто так, а привещали. Да. Ну, может, дошли до Португалии, вот видишь, на Скандинавии споткнулись. Я теперь никуда не езжу, только из дома. Молюсь, и все, ребята одни идут. Ты в Ютубе-то видишь как. Да. Вот сегодняшнее собрание тоже выставим, если Бог даст, через неделю может. Мы же как делаем? Отсылаем в Барнаул, тут конвертируют, я даже не знаю, что такое там, ужимают. И отсылают в Воронеж, и парализованный Сергей тогда уже ставит. А как эта женщина из Донецка, которая с сектантом обратилась, ее что-то не видно? На Украине? Да. Из Донецка? Да, Елена Башкова, она там в монастыре. Осваивала, говорит, монастырскую жизнь. Их загнали туда. Она живая, ну вот недавно мы с ней писали. А когда ты переживаешь, что ее не видно, думаю, где же она делась? Ну не видно, значит, выхода нет. Она в монастыре, какой там выход? Но она сумела ответить нам. Ага. Мы молимся за всех. И за вашего Порошинку и всех. Да, да. У вас Порошинка, у нас пылинка, одинаково все. Вы, говорит, весь всех вместе положить, говорит, легче пустоты. Писание говорит. Сами себе дают название, там, главный, генеральный. А перед Богом-то никто ты. Умер и черви. Там,
с кем мы встречались-то? Девчонка там была от этой еретички-то. Нормально? Вы понимаете, их там что-то с головой не в порядке. Там вся семья какая-то больная, психически больная. Она в психбольницу ездит. Кто? Брат. И... Женщина это? Да, ну, Люда, я знаю, Людмила. Ага. Так она хорошая, но что-то работать-то не может. Она с эгоистами, к эгоистам перешла, да? Это мама ихняя. Мама. Это Лида, мама Лида, а это дочка Людмила. Лида, Лида, да, да. А сын ихний Саша, тоже из психушки не вылазит, что-то они с головой, что-то их, или это в роду их что-то такое, я не знаю, по какой причине, но... Кончил институт, пошел на работу, и сейчас он дома сидит, дали ему группу. А та Люда тоже такая, она по больницах, вот, что-то, ну, психика или что-то нарушена. Я почему-то думаю, что все-таки это связано с отношением к Богу. Да, да. Она говорит, признала, говорит, я в Бога не верю, это вы ходите в церковь, я с вами, а так я, говорит, не верю. Ну вот и сатана и занимает, находит незанятое, на выметенное, берет семь злейших и правит свои собрания там. А там еще раз одна женщина, которая Аза, может, помните, она тоже была, когда мы приезжали. Ну-ну. Она сегодня была у нас, и мне там что-то... болезни, она собирается в Николаев областную больницу и просит молитв. Вот. Там что-то у нее по-женскому, не знаю, онкологически или какие-то... Ну, помоги, Господи. Отец Владимир-то как? Живой, живой. Матушке поклон, скажите, ее мед мы приехали, разделили на три части, а тут я живу не один, еще один раз третью часть поделили. Хороший, мы его как лекарство держали, со своей... У нас-то свой мед есть, но интересно с Украины. Да, да. То передай поклон, скажи, мы благодарим по сегодняшний день. Да, хорошо, передам. Нас разделять с Украиной может только грех, больше ничто. Ну вот говорят, русских там преследуют, вот всех преследуют. Ну, наверное, не всех, вас-то не трогают же. Или вы за украинцев сходите? Ну, я по паспорту украинец. Вот. Нас покуда не трогают. А которые у вас знакомые есть, там трогают их? Не, у нас не слышно, у нас пока спокойно. Ну, и у нас спокойно. Русские, не знаю, как... русские, не русские, никого не тревожат. Ну, в нашей местности пока спокойно. В Одессе я не знаю, там что-то там бери там. Ну, пожгли их там, я помню, в Доме профсоюзов. Да, 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 да. Вот. Ну, я там не был. А у нас спокойно. Там что-то в Николаеве вроде были такие протесты, но тоже вроде сейчас тихо. Вот. Так что мы пока нас не трогали. Ну, надо Бога благодарить и думать, что Господь делает все к лучшему. Нам хорошо или плохо, но это к лучшему. Бог да. вызывает к покаянию. Народ израильский также. Он их в плен отсылал, и убивал их, и разорял. Ладно тогда. Вот я на тебя, видишь, вышел, гляжу, ты тут мелькнул в сети-то. Я скорее давай. Давай, Давид. Домашним хозяйке своей всем поклон. Хорошо, сейчас загукну. Надя! 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 Сейчас загукну. Надя! Он у нас приезжал, крещение принимал здесь, в Потеряевке. Очень хороший человек. Он весь-то, вот мы были, он там... Она пошла управляться на улицу. Ну, у тебя в зиму-то какая скотина? Куры, одни куры. Куры и качки. Утки. Утки. Виноград-то у тебя есть? Я забыл даже. А, есть. Только убрали вот недавно. Ну все тогда. Не будем время тратить. Я благодарю вас за молитвы, за помощь.
мы доехали, транспорт сохранили, здоровье. Когда к вам можно позвонить, какое время? Дайте мне график. Ну, какое время? Вот сейчас это почти в это время. На час раньше можешь. Это у вас сколько зараз? Ну, у нас зараз 9 часов по-нашему, 12 минут. Но у вас, наверное, сейчас часов 5. Да, где-то полпятого, 5, да. Ну, вот в это время. Это и неплохо будет. А, да, у нас 5:14. Да. 5, я так и подумал. Я еще никому не назначаю, когда можно звонить, а только приехали. Так что придется мне заново тут график составлять. Я тогда соберу там знакомых, кое-какие вопросы запишу. Все, не запишу, а чтобы они пришли. И мы тут прямо по скайпу будем беседовать. Только скажи, Саша, только скажи, что мы все это записываем, все будет выставлено, они сами себя увидят в интернете. Да, хорошо. Ну все тогда, давай. Отходи, благословляй нас. Да, а тебя Бог да благословит. Так, а где же я включаю? Ага, вот. Ну все, да, с Богом. Узнавай всех людей, находи там вопросы, батюшки, пусть приходят, и мы с ними побеседуем. Конкретно, хорошо. Вопрос-ответ. Сыхоцкий фамилия его. Да там вот хороший человек. Да его даже по голосу вот видно, какой он добрый. Ну что?